Ребятки, всем привет! Вот она, сегодня у нас День независимости. Очень сильный ветер, поэтому говорю мало. Ветер дует, вот. Шумит вам там в микрофоне. Мы идем в магазинчик просто прогуляться, купить что-нибудь. Видели, что делают летчики наши? Молодцы! Мулику вчера разрезали там десну, делали ему там операцию. Так, Шмулик припухший на одну сторону. Вот тут был бассейн, ребят. Было все в воде, вот так вот все вода была, все было очень красиво здесь. Вот так что-то заходили, вот, и тут вот так вот прям все вокруг был бассейн. И вот мы где, да? Вот тут. Вот, тут сломали, там сломали тоже кусок, выломали. Поэтому здесь все закрыли, потому что, наверное, видимо, был случай, или может упал кто-то туда, или я не знаю, или просто, ну, никто не упал, но уже опасно было. И все, мы вместо этого вот прикрыли, пустили воду и все. А все почему? Потому что люди говняхи, не ценят то, что у них есть, его на... Конечно, ломать не строить, такое место красивое могло быть, правда. Печально, это просто печально. Тут сломали его. Что-то, по-моему, от меня кто-то спрятался где-то. Спрятался и что-то запланировал себе. Они это любят делать, Шмулик с Яской. Сегодня все семьи повыходили, жарят шашлыки. Вон, видели сколько? Немерено, просто немерено. Все встречаются. Вот, ну так как мы шашлыки едим, а через день на балконе, поэтому
Поэтому как бы для нас это не повод выйти и пожарить шашлыки. Вот. Мы и так регулярно с ней встречаемся. Это сегодня просто отдыхаем, ребята. Отдыхаем, Шмулик еще вчера после зубного. Вот. Мы смотрим сапога в коте. Кота в сапогах. Красный. Яска, он еще играет там. Телефон маме черный. Параллельно. Параллельно. Вот, вот наша компашка. Хочу вам рассказать, что с завтрашнего дня я заканчиваю с вредной едой. Заканчиваю с вредной едой, ребят, все, надоело, мясо не перестаю есть. Не могу уже, устала. Просто от мяса устала, это правда. И со Шмуликом я его начала есть гораздо больше, чем я его ела до знакомства со Шмуликом. Правда, правда, вот просто чувствую, что организм мой уже сказал все, Маша, остановись. Как бы рыбу я всегда любила, рыбу я кушала всегда. В любом ее виде. Мясо я никогда не была мясоедом. Никогда. Ну, как-то не особо-то, честно, по мясу. Не скажу, что вкусно. То есть, ну, мясо вкусное, как бы ничего не сказать. Вот. Но если я его не ем, то есть, если я его не готовлю, там, не ем его, как бы, каждый день, у меня не возникает желания его поесть. То есть, как бы, нету вот, вот типа... Я не скучаю по мясу, короче. С завтрашнего дня мясо уже не буду есть. Всю рыбку продолжу, с мясом завязала. Ну, и всякие вредности тоже. Вот, потому что дофига и сладкого дофига ем, и все, и оно же все как бы на коже, на... Поэтому с завтрашнего дня буду хорошей девочкой. Я столько обратила внимание, что у Яски кофточка в одних и тех же цветах, что и картина. Прямо одинаково. Да, да. Садись. Я наконец-то начала читать книгу, ребят. Я тут читаю, загораю. Яска чешет Марса. Яска настроила баррикад, чтобы Марс не сбежал, пока она будет его чесать. В другую сторону. Не против, Шерстяпа? Да, вот так. Вот так вот, ребятки. Сегодня у нас пятница. День чудесный, красивый такой. Ну все, Марсик почесанный. Нет, еще не почесанный. Еще нет? Нет. Молодец, бусинка, умничка. Ну, примерно вот так проходят у нас выходные. Вот. Мы убираем, готовим что-то кушать. Сварила Яске борщ, она заказала маленькую кастрюльку. Я уже настиралась, наскладывалась. Хочу почитать книжечку. По шопочке. То Яська вон ко мне прибежала с Марсом, со своими почесульками, так я поснимала ее. Так я лежала, читала книжку. Думаю, пусть позагорают немного ножки. Ну и все. Как-то так, усики. Шмулик там ходит, Шмулик печет какой-то кексик. Включил себе музыку и какой-то кексик там печет. Печет кекс. Печет кексики? Уже в духовке, уже почти готов, наверное. Мы будем кушать кексики от Гугуя. Now if you break it, I can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against 1,000 guys. My intuition efficient, cause I can use my mind.